Наши юные спортсмены вновь отличились и доказали, что лучшие в Приволжском федеральном округе. Турнир по карате Кёкюсинкай прошел в Казани. Из столицы республики челнинцы привезли 2 золотые медали. Это, конечно, не первая победа, но и не последняя, уверена их тренер Татьяна Козлова. Ведь каждый раз, отправляясь на соревнования, они едут с единственной целью – победить. Но не всегда фортуна оказывается на их стороне. Я очень долгий путь проделал в этом спорте. Я неоднократно участвовал на Приволжском федеральном округе. 2 раза становился первым в этом году. Что-то не повезло, и мне попало второе. Не повезло еще и потому, что соперник был и постарше, и покрепче, говорит наставник ребят. 2 этапа первенства уже прошли. Теперь дело за малым. Выиграть всероссийский чемпионат, а потом начинать покорять мировую арену. После первенства России по карате Кёкюсинкай будет Кубок мира среди юношей в Японии. Если ребята, кто-то займет первое место, их повезут туда.